Увенчание терновым венцом, коронование терновым венцом, картина Иеронима Босха, авторство которой оспаривается, в основе которой лежит известный библейский сюжет. Вторая работа с таким названием находится в монастыре Сан-Лоренсо в Эскориале. Ее авторство не оспаривается. Лондонский вариант – картина Босха позднего периода творчества. Исчезают элементы готической стилизации, фигуры теряют удлиненность пропорций и S-образный изгиб. Силуэты становятся угловатыми, конкретными. Работа поражает новым для художника подходом, предельной, почти физиологической конкретностью. Основное внимание уделяется лицам. Картина написана между 1508 и 1509 или 1510 годами. Иногда называют чуть более ранний период – 1490-1500 годы. До 1868 года она принадлежала английскому меценату Халигорту Мегниту, затем Чарльзу Мегнику, до его смерти в 1891 году. В 1992 году на распродаже коллекции усопшего на аукционе Христис за 200 гиней отошла Роберту Краушию и благодаря ему попала в Рим, где была позже приобретена арт-дилером галерея Сан-Джорджио. И только в 1934 году ее купили для Национальной галереи в Лондоне. Сюжет картины – один из эпизодов страстей крестного пути Христа. Точнее, события, происходившие на первой его остановке, в частности, увенчание его терновым венцом в притории. Пока плотники заканчивали изготовление креста для распятия Иисуса, воины забавы ради накинули на Иисуса лохмотья красного плаща. Правда, на картине плащ белый. Водрузили на голову венок из колючего терновника и плевали на него, и, взявши тростник, били его по голове. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 30. На картине изображен Христос, окруженный палачами, на лишенном глубины серовато-синем фоне четко и даже жестко прорисованы 5 поясных фигур. В фигурах мучителей отражена сопричастность злу. Злоба, которая преисполнена мучителя Христа, выражена и в почти гротескных лицах. Физиономии, возможно, воплощают 4 основных человеческих темперамента – флегматик, меланхолик, сангвиник и холерик. Очевидно их отличие от просветленного лика Христа. Его фигура выделяется в пространстве картины светлым силуэтом, а глаза будто ищут взгляд зрителя, призывая терпеливо и смиренно выносить земные мучения, ибо душа, умеренная страданием, может одержать верх над злом и заслужить вечное спасение. Внизу 2 фарисея. Один хватает Христа за одежды, другой насмешку дружески пожимает ему руку.
На капюшоне фарисея с бородкой можно разглядеть три знака – звезду, полумесяц и что-то напоминающее букву А. Видимо, они должны были указывать на его принадлежность к иудеям или же к врагам христианства вообще. Наверху два воина венчают голову страстотерпца терновым венцом. Воин справа, похоже, пытается ободрить Христа, положив руку на его плечо. Некоторые детали одежды этого воина с трудом поддаются объяснению, например, дубовые листья на шляпе и широкий ошейник с шипами, какие одевали в те времена на пастушьих собак. Такие ошейники надевали на собак, чтобы защитить от нападения волков. Персонаж, кстати, выглядит совсем не злым. Он даже дружески положил руку на плечо Спасителя. Но палка, которую он держит левой рукой, очень скоро ему понадобится, чтобы глубже надвинуть колючий венец на лоб Спасителя. Дубовые листья, впрочем, были признаны когда-то знаком семьи, из которой происходил римский папа Юлий II в 1503 году. В связи с этим, по другим трактовкам, Босх написал Христа в окружении четырех глав, представляющих церковников, правящий класс, буржуа и крестьянина. Вина за распятие Христа была распределена между всеми ними. Если справа вверху представитель высшего руководства церкви, то персонажа со стрелой от арбалета в головном уборе некоторые считают символом правителей Священной Римской империи. Таким образом, в этих двух фигурах показан союз папы и императора против сути религии. Нижние фигуры – представители буржуазии и крестьянства. При этом справа – некий типичный еврей, слева же – представитель ислама, судя по тому же полумесяцу.